Друзья мои, всем привет! Вот, наконец-таки, у меня появилось время показать вам всю пряжу, которую я купила на путевой. Уже 3 дня прошло, а я все никак не находила время. У самой руки чешутся. Уже посмотреть, я уже и забыла, какую я тут брала пряжу. У самой руки чешутся все это распаковать, посмотреть, попробовать, повязать образцы. И все никак. Не доходят руки. И вот сегодня я решила распаковать свой мешочек и показать вам. Но прежде я вам хочу показать свой комбинезончик. Он уже готов. Я пришила пуговички. Тоже купила я их. Не дождалась я из Алиэкспресс, хотя я такие же выписывала. Тоже я их купила в рукодельном магазине на путевой. Здесь я взяла несколько пуговиц вида, 2 вида вернее. И бочоночки вот такие, и кругленькие деревяшечки. Ну, мне вот эти больше понравились. И мне кажется, они так сюда подходят. И смотрятся очень даже миленько. Вот такой комбезик весь не помещается. Вот такая красота у меня получилось, и сегодня мы отвезем малышу. Ну, а теперь будем рассматривать нашу пряжу. Итак, я буду брать пряжу по порядку, всю, как она у меня лежит. И вот первая упаковочка. Это Мадам Трикоте. Называется пряжа Мадам Катон. Сейчас я достану один моточек. И посмотрим составчик. Вот она пряжица. Значит, 100-граммовые моточки в 100 граммах 280 метров. Турецкая пряжа. Номер цвета 048. И состав ее 49% хлопок и 51% акрил. Вот такая мигущая, прям мягенькая прелесть пряжа. Она прям такая скруточка хорошая, мне нравится, и цвет такой приятный. Я еще не знаю, что я буду из этого вязать, еще никаких проектов, планов на будущее я из нее, конечно же, не составляла, потому что я уже не помню, какую пряжу я заказывала. Так, ну это вот полухлопок. Так, откладываем ее. Следующее, это вот такой цвет. Такая же пряжа, такой же состав, тоже Мадам Катон, только серого цвета. И сейчас я вам скажу номер цвета, если кому-то интересно. Сейчас я раскрою. Запаковали так ее. Вот. Серый такой цвет приятный. Ой, а какая же она мягкая. Вообще, это еще, мне кажется, мягче серенькая. Так, и это цвет 001, номер цвета. Все то же самое. Вот такая серенькая пряжица. Так, следующий сейчас я достану. Тоже. То же самое, Мадам Катон. Только вот такой пыльно-розовый. Такой, даже я бы сказала, какао с молоком. Но я не буду распаковывать. Здесь вот видно номер цвета 025. Вот такая вот упаковочка у меня. Так, идем дальше. Дальше вот идет тоже Мадам Трикоте Мерино Голд. Сейчас я раскрою ее. И посмотрю, какой же здесь метраж. Так, сейчас достану моточек. Отличная пряжа, толстенькая. Вот смотрите, для зимних вещей, для комбезиков детских. И для кардигана можно связать кардиганы с такой. Классная пряжа. Цвет красивый такой. Так, 114 номер цвета. И в 100 граммах 200 метров. Толстенькая такая прям хорошая пряжица.
тоже от мадам Трикоте, пряжа Мерино Голд. И в составе у нее 49% шерсть лана и 51% акрил. То есть состав такой же, как у Ализе Лана Голд. Так, это вот такой у меня упаковочка. Дальше. Следующая. Такая же Мерино Голд 200. Только вот такой красивый цвет. Какой-то такой классный. Ой, девочки, какой красивый цвет. Не знаю, камера немножко передает ее более синим, но она как цвет мурена с зеленцой. Как бы вам показать, так немножечко не передается цвет. Но очень красивый, девочки, поверьте, очень красивый. Здесь как-то в пакете более или менее. Но все равно здесь еще вот к этому как синий он передается, еще больше зелени. Может потом, когда в работе будет он, я вам буду показывать, может тогда он передастся. Ну, так вот, ну красивый цвет. Так, дальше. Следующий у нас идет такой же Мерино Голд 800, только голубого цвета. Даже не голубого, я бы сказала, немножечко как мятный, но только пыльная мята. Вот так, сейчас я его открою. Здесь позаскочили, наверное, разрываются пакетики в магазине. Скотчем ремонтируют. Так, вот. Вот такой цвет этот передается точно на камеру. Такой он и есть. То есть цвет пыльной мяты. Красивый цвет. И номер цвета 135. Такой вот тоже упаковочка. Так, дальше следующий. Так, сейчас пошуршу немножко. Следующий тоже Мерино Голд 200. Я набрала, видите, всей такой полушерсти, потому что Ализе Лана Голд Классик не было у них. Вернее, была, они ее только получили, но еще сказали, через неделю, может, больше она выйдет в продажу, потому что они там разбирают только это все дело. И в наличии ничего еще не было. Еще ни в компьютер не вносили, в общем, долго ждать. Вот, и я решила набрать вот такой. Вот я еще из нее не вязала, но теперь попробую. Так, это тоже Мерино Голд 200, как я уже сказала, тоже полушерсть. 200 метров в 100 граммах, 49 шерсть, 51 акрил и номер цвета 127. Это вот такая тоже пыльная роза, но только темная. Я даже, блин, ближе сказала к сиреневому, вот как бы пыльно-сиреневый. Красивые цвета такие, вот я люблю такие не ярко насыщенные, а такие приглушенные цвета. Так, дальше. Дальше я взяла вот такой еще. Ализе Baby Wool. Все вы знаете, это детская полушерсть. Красного цвета. Я взяла упаковку. Хочу я красный джемпер. Вот посмотрю, может я из Baby Wool буду вязать, может другой. Но цвет очень красивый. Он даже не красный. Вот камера передает все равно как-то ярче огненно-красный. А на самом деле он прям благородно красный. Такой прям малиново-красный, красивый. Не знаю, как его, может, выше поднять. Нет, не получается ничего. Ну, в общем, девочки, он темнее. На самом деле он очень красивый. Ну, Baby Wool вы все знаете. Значит, здесь в 50 граммах 175 метров, 40% шерсть, 40% акрил и 20% бамбук. Вот такая вот мягенькая-мягенькая пряжица. А, номер цвета вам не сказала. Цвет 106. Красивый красный. Так, сюда откладываем. И еще один красный. Вот такой. Ярнард Мерино Делюкс. Так, сейчас я открою, достану. Разорвалась кеточка. Вот такая. Это, конечно, более
светлее красный цвет, чем тот. Тут прям насыщенно, а этот чуть-чуть светлее, но тоже яркий. Значит, здесь колор 156. И сейчас я скажу состав и метраж. В 100 граммах 280 метров, 50% шерсть, 50% акрил. То есть тоже полушерсть. Немножечко она тоньше, чем вот эта Merino Gold. Хотя так... А нет, тоньше, даже заметно тоньше. Смотрите, вот натягиваю ниточку. И видите, конечно, это толще. Ну, 200 метров и 280, можно думать, разница заметная. Вот, ну вот такой я тоже взяла упаковку. Хотя, в принципе, там все по упаковкам, там в розницу нельзя брать пряжу. Так, дальше. Такую же Yarnar Deluxe 50. Вот такой темно-бирюзовый, красивый цвет. Сейчас я достану моточек. Так, и номер цвета. Ой, какой длинный номер цвета. Смотрите, 114-48. Вот такой цвет, но красивый. Тоже в камеру он не очень передается точно. Передается почему-то тоже голубым. Наверное, все-таки освещение. Сейчас я попробую включить лампу и посмотрим, как может так получится цвет передать. Нет, вот включила лампу, но что-то все равно. Сейчас я поиграю светом. Ярче тоже нет. Нет, это желтый слишком. Нет, девочки, все-таки он не передается. Но он такой прям бирюзовый, темно-бирюзовый, красивый цвет. И последний. Alize Cotton Baby Soft. Вот он такой мягкий-мягкий детский полухлопок. Мне он очень понравился на ощупь. Вот, прям прелесть. Я бы его взяла больше, еще других цветов хотела взять. Но не было там большого выбора, просто Alize пряжи вообще не было выбора. Поэтому брала то, что было. И вот я взяла такой молочный цвет. Я себе хочу связать кофточку. Я уже знаю, какую. Уже у меня есть мысли кое-какие. Вот на эту пряжу у меня есть планы. Я прям... И ехала, мне специально ехала, мне нужно было взять полухлопок именно молочного цвета. Я просто не знала, какой мне взять. Я думала, может быть, Cotton Gold взять, но она не такая мягкая. А это прям нежнейшая, мягчайшая. Я теперь хочу еще такую же пряжу, только в других цветах, заказать, наверное, на сайте в рукоделии. Может быть, ближе туда, к весне. Вот. А может, еще и на путевую попаду, не знаю. Ну, в общем, так пряжа подорожала немного. Не такая цена уже, как в том году. В том году, если пряжа Alize Lana Gold Classic и Alize Lana Gold Fine была 520 рублей упаковка, то в этом году она уже 630. Там 629 или 627. Там было черного цвета, коричневого, но мне не надо такие цвета, поэтому я не брала. Но цена вот такая. А вот новую партию получили, может быть, еще будет дороже. И вот этот Cotton Baby Софт, она тоже 600, тоже 600 чем-то. Я вот не взяла накладную с собой, чтобы вам сказать цены. Но все равно дешевле, чем в других магазинах, чем в розницу, естественно, дешевле. Ну, вот на этом и все. Вот таким богатством я теперь обладаю, владею. Теперь я это все пойду сложу в шкаф. И... работать на зиму есть чем. Ну, а на этой нотке я буду с вами прощаться. Кому понравилась моя пряжа, моя распаковочка, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ну, а я с вами прощаюсь. Пока-пока, до новых встреч! Вот уложила здесь у меня и старые запасы, еще с прошлой закупки. И здесь уже, давайте фокусируйте, и новая пошла пряжа. Здесь тоже немножечко старая. И вот.
общем, шкаф вся не умещается. У меня там еще в ящиках пряжа. Ой, ну а нам все мало и мало хомякам. Уже говорю, нужно мне новый шкаф для пряжи.